Качнется купол неба, большой кирпич снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кажется, гитару взял в руки случайно, научился играть на ней самостоятельно. Это уже потом Вячеслав Тарасевич стал сочинять песни, мастерски исполнять произведения Владимира Высоцкого, записал 2 диска. В академию там уже, скажем так, уровень чуть-чуть подрос, и меня уже на групповые всякие такие сходки без гитары просто не пускали уже. 2 марта не только начало весны, но и день рождения клуба авторской песни «Аккорд». Его создатели рассказывают, идея возникла не случайно. Первая причина – желание публики послушать любимых исполнителей на своей площадке. Но самое главное – объединить людей с помощью музыки. Возраст значения не имеет. Эта песня, она сплачивает людей, да, и приходит под этот флаг, приходит и как бы серебряный возраст, и совсем молодой возраст. Сегодня удивительно, к нам подошла девочка 11 лет и говорит: а можно с вами? Вот это уже, наверное, победа. Сейчас в клубе около 20 человек. Планы на будущее грандиозные. Помимо выступлений по выходным в парках Одинцовского округа, организаторы продолжат сотрудничество с образовательными учреждениями. В школе «Гармония» барды – частые гости. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».